Азалия отцвела, что делать дальше, уход за растением после цветения. Азалии или рододендроны славятся своим ярким и обильным цветением крупными бутонами. Декоративность куста высокая, однако, как и другие цветущие растения, приходит момент завершения процесса формирования цветов. Именно поэтому цветоводы начинают задаваться вопросом, если азалия отцвела, что делать дальше, нужно ли менять уход. Действительно, процедуры претерпевают изменения, поэтому следует более ответственно подходить к содержанию куста в доме в этот период. Когда и как долго цветет азалия? Период цветения азалии дома зависит от особенностей сорта. Ранние рододендроны зацветают уже в ноябре и полностью отцветают до начала января. У среднецветущих период распускания бутонов приходится на конец декабря, последний бутон опадает с приходом февраля. Цветение поздних сортов приходится на февраль, первую декаду мая. Цветение азалии напрямую зависит от сортовых особенностей растения. В среднем любая разновидность рододендронов цветет около двух месяцев. Большое значение для цветения имеет зимовка куста, в период которой ему необходим особый уход. Обрезка азалии проводится ежегодно, как и зачем обрезать и прищипывать азалию после цветения. Уход за азалией после цветения обязательно подразумевает проведение ежегодной обрезки. Это относится не только к цветам, которые выращиваются в саду или на даче, но и комнатным. Правильная обрезка помогает не только обновить куст, но и спасает от появления вредителей, а также является профилактикой болезней. Как обрезать азалию после цветения, берут острый чистый секатор. Перед процедурой рекомендуется продезинфицировать его лезвие в специальном обеззараживающем растворе, затем протереть на слуха. Сначала обрезают засохшие, больные и подгнившие ветви. Если куст загущен, на нем есть многолетние утолщенные побеги, его нужно проредить. На взрослых побегах оставляют по 4 листа, остальные срезают. Молодые, но слишком вытянутые побеги нужно прищипывать. Отсветшие соцветия отрезают вместе с цветоножками. Слишком толстые старые одревесневшие побеги срезают под самый корень. Важно! Места каждого среза нужно обязательно обеззаразить, обработав раствором марганцовки или присыпав толчеными таблетками активированного угля. Пересадка цвечшей азолеи. Уход в домашних условиях за азолеей после цветения включает также пересадку куста в новую емкость. В первые 3-5 лет эта процедура должна проводиться ежегодно. После пересаживать куст нужно через каждые 2 года. Пошаговый алгоритм посадки рододендронов вынимают растения из старого горшка и при необходимости обрезают старые корни. Отдельно приобретают готовый субстрат. Можно сделать его самостоятельно. Для этого берут легкую слегка кислую землю, торф, перегной речной песок. На дно емкости застилают 4-сантиметровый слой керамзитовой крошки. Поверх присыпают такой же слой почвенной смеси. Сверху располагает куст и расправляет его корешки. Вокруг засыпают землей, не оставляя пустых пространств. Проводят полив отстоянной водой средней температуры. Когда азалия отцвела, ее уход меняется уход за растением после цветения. Что делать с азалией после цветения, какие действия предпринять в первую очередь? Когда засохнут последние бутоны куст нужно потихоньку готовить к зимовке. В первую очередь изменяют условия содержания рододендронов. Место размещения обычно светолюбивое растение для зимовки убирают в более затененное место. Резко переносить куст в такое помещение не стоит. Нужно помещать горшок в тень по нескольку часов в день, затем постепенно повышать длительность этого периода. Обратите внимание, в комнатных условиях достаточно убирать емкость с рододендроном подальше от окна. Температурный режим растения постепенно готовят к более пониженной температуре. Обычно куст содержит при 18-25 градусов. Однако, чтобы отправить его на покой, нужно постепенно снизить показатели температурного режима до 10-15 градусов. Важно, нельзя резко понижать или повышать температуру в помещении и содержание цветка. От этого может наступить переохлаждение куста, тогда он совсем перестанет цвести из-за стресса полив и удобрения также основными мероприятиями по уходу азалии после цветения являются полив и удобрения. Однако их нужно тоже проводить реже, нежели в обычный вегетационный период. Правильный полив – залог своевременного цветения и отсутствия проблем при выращивании азалий. Переливать куст не стоит даже в вегетационный период. После отцветания частоту поливов нужно сократить от трех процедур в неделю до одного в 10 дней. Чтобы почва не затвердела, а оставалась легкой воздухопроницаемой, необходимо рыхлить грунт после полного впитывания влаги. Азаль украсит своим цветением любое помещение для поливов, нужно использовать мягкую и чистую воду. Поливать растения водопроводной жидкостью нельзя, она может стать причиной появления болезней. Чтобы избежать переохлаждения корневой системы, температура воды должна совпадать с комнатной если есть возможность, лучше использовать для полива дождевую, речную или талую воду. В противном случае можно поставить отстаиваться воду из-под крана. Для этого необходимо налить ее в широкую неглубокую тару и оставить на 4-5 часов. Периодически следует помешивать жидкость, чтобы дать побыстрее испариться хлору. Обратите внимание, раз в месяц следует опрыскивать куст водой из пульверизатора, чтобы освежить его и промыть листовые пластины от накопившейся пыли. Подкармливать растения начинает весной, с наступлением цветения этот процесс слегка затормаживает, чтобы не мешать цветению. После того, как засохнут последние бутоны кусту, необходима качественная подкормка перед зимовкой. Так как растение требует слегка подкисленного грунта, то лучше подкармливать его специальными готовыми удобрениями, которые могли бы поддерживать в норме pH. Если уровень кислотности грунта понижен, то стоит прибегнуть к органике, перегную компосту, торфу, перепревшему навозу. Свежий навоз нельзя использовать из-за того, что он может обжечь корневую систему растений. Подкормку куста лучше всего проводить в жидком виде, сделав раствор препарата. После отцветания бутонов куст нужно удобрять один раз в месяц. Для этого рекомендуют использовать препараты, которые содержат азот калия и фосфор. При этом нужно исключить удобрение с хлором. К сведению, для регулярной подкормки нужно приобретать комплексные минеральные препараты, предназначенные специально для рододендронов. Яркий, крупный и пушистый бутони имеет азалия уход после цветения в домашних условиях, за которые имеет значительное отличие, чем в вегетационный период. Изменения касаются практически всех мероприятий по содержанию куста в доме. Однако только если правильно ухаживать за кустом в период покоя, можно добиться дальнейшего своевременного цветения.